Всем привет! Сегодня мы научимся делать калейдоскопы. Не всегда не нравились готовые пресеты калейдоскопов Resolume, но иногда требовалось создать эффект вращающихся красивых стеклышек. Я, конечно, не Дэвид Брюстер, но все же попробую воссоздать его творение. Переходим в Resolume, добавляем эффект Keystone Crop, переключаем режим наложения в Cut. С помощью параметров создаем прямоугольный треугольник. Добавляем эффект Radial Cloner. Настраиваем количество клонов, начальный радиус и шаг вращения. Увеличивая количество клонов, вы будете получать более частый шаг отражений и более насыщенный эффект. Изменяя параметр Rotation во вкладке Transform, можем изменять направленность нашего эффекта. Можно заанимировать параметр вращения калейдоскопа через Master Rotation. Также можно настроить эффект Delay. Можем поиграть с эффектом Trails, добавив его перед эффектом кропа. Давайте продублируем эффект и посмотрим, как он будет работать с генеративными источниками Resolume. Добавляем линии и выключаем Delay в эффекте. Можно добавить эффект Low Res. Можно добавить эффект Meta Shape. Также можно добавить эффект Sparkles. Попробуйте поиграть с разными эффектами, и каждый раз будет получаться интересный результат. Давайте разберем еще один эффект, который отлично подойдет для работы с видеотрансляциями. Добавляем эффект виньетки и выставляем параметры. Добавляем эффект Radial Cloner. Добавляем эффект Radial Blur. Надеюсь, вам понравился урок. Напишите в комментариях, каких эффектов вам не хватает в Resolume, и мы разберем способы их создания в следующих уроках.